Александр Фоломкин представляет. Сериал «Доминиканский дневник». Третья серия, третья часть. 8 июля 2017 года. Второй день в Доминиканской Республике. Ужин под тропическим дождем. Желаю приятного просмотра. Приключения закончились, меня подвезли на автобусе до моего отеля Костел. Так, друзья, уже вечер 8 июля, у нас в Доминикане время 18:40, это на минус 7 часов меньше, чем время по Москве. Сейчас в Москве уже 2:00 ночи получается. Я вот приехал со своих приключений. Хотел пешком пройтись от этого поселка Хуандоля, в котором находится мой отель Coral Costa Caribe. Но я не рассчитал свои силы. Очень жарко на улице, я сгорел. И, конечно, небезопасно одному ходить по диким пляжам, по трассе. Я шел по трассе Лас Америкас в сторону Бока-Чики. Думал, ладно, в Санто-Доминго я не дойду. Там оставалось 40 километров, когда я уже подыхал. Думаю, дойду до Бока-Чики. До Бока-Чики оставалось 10 километров. Но меня, значит, увидели полиция дорожная, доминиканская. Я к ним сел в машину, спокойно, не боясь. И они поняли, что как бы я в беде, да, что заблудился, турист такой. И они потом меня на автобус посадили, я приехал обратно в отель. Так что даже до Бока-Чики я не добрался. Ну и слава богу, все нормально обошлось. Одному гулять, конечно, небезопасно. Ну а сейчас приятное время ужина. Пойду я поужинаю, поснимаю, что там у нас на ужин. Кстати, друзья, погода, смотрите, дождик пошел, настоящий тропический дождь, друзья. Вот оно, друзья, я снимаю настоящий тропический дождь. Вот. В общем, пошел дождик, да? Видите? Замечательно. Наверное, надо взять с собой аквабокс и поснимать, как самое под тропическим дождем. Главное, чтобы вещи не намокли, что я с собой взял там. Так, очень здорово снять видео. Типа я под тропическим дождем в Карибском море. Здесь у меня селфи-палка, футляр для очков, трусы. В принципе, давайте я достану чемодан и возьму аквабокс для своей камеры Sony Action Cam. Так, все, друзья, надо спешить, пока не кончился тропический ливень, чтобы снять видео. Вот мой аквабокс. Вот аквабокс, чтобы камеру предостеречь от попадания брызг.
Включаем свет, выходим. Сейчас буду снимать видео на улице под проливным тропическим дождем Доминиканской Республики на побережье Карибского моря. Так, пока я спрячу футлярчик в свою сумочку пляжную. Вот, друзья, красота, смотрите. Как это здорово, после изнурительного дня жаркого, тропического. Вот самый настоящий тропический дождь на острове Эспаньола, он же Гаити. Мы русские называем остров Гаити, а европейцы Эспаньола. Эспаньола переводится «Новая Испания». Так, друзья, пойдемте, все равно нужно ужинать. Вон люди гуляют даже. Прохлада, друзья, прохлада чувствуется. Так, сейчас я спускаюсь с 6-го этажа на 1-й этаж. Все заливает. Начался ливень. Только с мамкой разговаривал, общался по WhatsApp, что дожди в Москве. Так, лифт поднимается наверх. Пешком задолбаешься ходить. С 1-го на 6-й этаж и обратно, сверху вниз, с 6-го этажа на 1-й этаж. Нажимаем L. Двери закрываются. Вот вам маленький обзорчик такого лифта в моем доминиканском отеле Динамо. Динамо. Тут еще Москов подрисовать, это вообще не там остановился. Так, сейчас буду снимать видео под проливным тропическим ливнем. Одену камеру в аквабокс, испытаю аквабокс. Так, друзья, начался дождь тропический, настоящий, на Доминикане, на Карибском море. Я решил, что лучше, конечно, подождать, пока дождь пройдет, и поужинать, спокойно сесть, поужинать. Вот, накладываю себе фрукты, в принципе, хватит нормально. Все, конечно, не съешь, но нужно стараться все съесть. Так скажем, сбить цену, да, тура так называется, в принципе. Да, друзья, дождь идет, конечно, ужасно. Вот, взял рыбку, тут кальмары, огурчики, оливки, перец болгарский, это арбуз, в общем. Сейчас кофейку возьму еще и будем спокойно кушать, сидеть. Так, чайные принадлежности, чашечки. Вот она, кофемашинка. Здесь есть вот такая вот Bebida Augusta de Leche, капучино кон шоколаде, капучино карамель, Bebida Augusta de Chocolate Fuerte, Bebida Augusta de Chocolate плюс Leche, мока, Aucacaliente,
Мокачино, кафе Кортада, капучино, кафе Конречи, кафе Американо, кафе Экспресс, кафе Американо, кон шоколаде. Давайте, Василий, мне нравится, знаешь что? Шоколаде фуэ, нет, капучино кон шоколаде, вроде. Еще одно. Успел подставить кружку, самое главное. Чашку подставил, все окей, супер. Здесь много видов кофе. В общем, кофе — это гордость Доминиканы, получается. В принципе, все, да, он. Даже можно молочка горячего добавить. Так, здесь у нас молоко, да? Подставляем чашечку. Вот так вот нажимаем. Нет, в другую сторону. Вот так вот нажимаем. Немножко молочка добавляем горячего для вкуса. Посидеть, поужинать. А, ну, конечно, других мест нету свободных. Что не поделать, нам не привыкать. Мы, люди простые, будем ужинать. Мне вообще наплевать, все нормально, в принципе. Замечательный ужин, все супер. Погода, нет плохой погоды, все нормально. Ничего не сделаешь. Сезон дождей. Проливных тропических. Каймарочки. Я поставил камеру на штативчик. Просто сниму, как я ужинаю. Мне так весело, мне так развлекаюсь. Сначала съем морепродукты, потом буду фрукты кушать.
фрукты. Вот что нужно есть на Доминикане. Фрукты. И морепродукты. Хотя считают на Доминикане, что морепродукты — еда для бедняков. Я их люблю. Буду снимать до тех пор, пока мне не сделают первое замечание. Бауля. Они стесняются, что дождь идет. А я это снимаю. Ой, кошмар, глаза. Я думаю, всем насрать, что я снимаю видео. Вот вместо собеседника я поставил камеру. Не общаться на русском языке здесь не с кем. Потому что я берег забитый такой. А я хотел купаться этим. Ну, конечно. Если скажешь, что хорошую камеру брать, я уберу без проблем. Так что я по этому поводу не заморачиваюсь. Thank you.
Так, мясо я съел, морепродукты съел. Так, тарелочки я поставлю на краешек стола, может официантка берет, когда будет к ним проходить. Нормально. Фрукты из кофе, конечно, это круто. Это ананас. Ананас. Арбуз. Арбуз. Люблю я фрукты. Практически дождь стихает. Все, прекращается. А я хотел снять видео под дождем. Гроза. Арбузики. Вкусные. С ананасами. Вот что это за чудо-фрукт, я не знаю. Вот так он аппетитно выглядит. Я взял две штуки, попробую. Я не знаю, что это такое вообще. Но нужно попробовать. Главное не потрястаться, в принципе. Типа маракуйя, что ли? Первый раз ем. Прикольно, кстати. И папайя вообще, да. Мороженое уже быстро тает, потому что жарко. Мороженое с кофейком. Самое оно вечером. Реклама отеля Coral Costa Caribe. Приезжайте сюда отдыхать. Классный отель, супер. Правда, бывают летом дожди, но без этого никак. Сезон дождей. В принципе, и все, можно на этом хватит жрать. Хочется все съесть, но все съесть лучше надо. Будет зарыто кишок, это очень плохо.
что лучше кушать фрукты. Фрукты нужно больше кушать фруктов. Остальное так себе, ты можешь дом поесть в Москве. Сладкое здесь приторное, мне нравится. Я не больше не беру сладкое. Мороженое кайфовое, классное. Можно мороженое еще взять, пока не кончилось. В общем, такой у меня ужин вечером 8 июля. Время уже 19:16. В принципе, на этом закончил. Беру камеру, чтобы не настораживать персонал отеля. Все, нормально снял вот свой ужин замечательный. Так, ну в общем, я поужинал, и дождь закончился. Конечно, ливень тропический – это ужасное явление. Сейчас лужи везде, на всей территории. Но ничего не сделаешь, это погода. Господь Бог послал дождь на эту землю. В общем, пойдем в номере сидеть. Темно на улице, облака закрыли небо. В общем, лужи, ну, сезон дождей, есть такое явление, да. Ладно, пойдем отдыхать тогда, вот, чтобы никто не упал, потому что очень сыр, да, убирает. Поужинал, буду отдыхать вот в номере своем. На этом сегодняшний день закончился, можно считать. Так, все, я вышел из лифта, поужинал. Проливной тропический дождь испортил мои планы по поводу купания. Буду отдыхать в номере. Все затопило, лужи. Скользкий пол, главное не подскользнуться на луже. Смотрите, как после дождя темно, все просто заволокло тучами, гроза, смотрите. В общем, я впервые в своей жизни стал свидетелем настоящего тропического ливня. Вон какая туча страшная. О, друзья, грозы, молнии. Вот он, сезон дождей на Карибском море. Сейчас немножко поснимаю, спешить некуда. Я один, никто меня не торопит. Я нормально поел, нужно знать меры, все не съешь. Кофейку выпил, одну чашечку мороженое поел, потом эти морепродукты и фруктов. Налег я на фрукты, потому что здесь они классные, вкусные. Так, ладно, все, пойду я к себе в номер. Друзья, молния, молния. Хотел только что выключить свою камеру, а тут такая молния. Давайте еще постою немножко, 5 минут, посмотрим. Если бы я сегодня попал на своей дневной прогулке под такой вот тропический дождь, не знаю, наверное, промок бы я весь. Здесь вот горы нету, да, в этой части острова. Горы, они там где-то ближе к северу, там вот в восточной части острова, там уже горы. Центральные кордильеры, так называемые кордильеры, они тянутся
от Южной Америки до самого северного американского континента, до Северной Америки. Да, здесь на острове Доминиканском, да, здесь на острове Гаити есть горы, называются кордильеры, да. Потому что это горы есть горы, да. Они есть тут на острове Гаити. Это остров Гаити, да. Здесь две страны, Доминиканская Республика и Гаити. О, друзья, какая молния. Зато хорошо, немножко свежо, хоть после жары-то. Как раз к вечеру дождь начался, считайте, к ужину. Ну вот 7 часов он начался дождь. Около 7 часов. Нормально. Днем была жара, а вечером вот дождь. Ой, друзья, какая там туча, это кошмар. Она прям у самого моря, прям вообще туча такая, жесть вообще. Это, наверное, страшное явление. Ураганы, тайфуны, смерчи. Я их ни разу не видел, не знаю. Как они из себя, что они представляют из себя, эти тайфуны, смерчи. Конечно, ребята, затянуло все облаками. В Турции сейчас погода хорошая, солнечная. А вот на Доминикане сезон дождей. Вот он, такой сезон дождей, друзья. Зато путевки, считайте, на 30-40-50% дешевле, чем зимой, если брать на Рождество. На Рождество знаете, сколько путевка стоит на одного человека? За 100 тысяч. А сейчас вот я поехал за 60 тысяч. За 1000 баксов. Вон там вот это. Так, все, снимаем. В общем, ладно, пойдемте в номер. Тут комната электрика находится. Ой, друзья, грозы, грозы, гроза. Ладно, друзья, пойду я в номер, все. В общем, что, облачно, темно. Так, поднимаюсь я на свой чердак. Клевая лестница такая. Такой вот у нас электронный ключ, карточка. Так, вставляем вот так его. Чик. Открываем. Заходим. Включаем свет. Он центральный, уже запомнил. Машинально закрываемся. Все, друзья, закрываемся, наслаждаемся одиночеством. В общем, отдыхаем. На пляж уже не сходишь. Сейчас буду выгружать на свой ноут сегодняшние фоточки, видосики. Монтировать я тут ничего не буду, потому что интернет здесь по сравнению с моим домашним МГТС-овским просто черепаший интернет. И я просто использую интернет, чтобы для переписки с мамой, с друзьями и онлайн-трансляции на видеохостинге YouTube также я веду. В принципе, позволяет интернет. Плюс у меня еще мощный телефон, флагманский,
самый мощный вот на сегодняшний момент, один из самых мощных флагманских Samsung Galaxy S8. Вот. Не успел выйти Samsung Galaxy S7. Вот, у меня даже сумка есть. Samsung Galaxy S7. А уже Samsung Galaxy S8. Ладно, друзья, все, буду отдыхать. На сегодня день закончился. 8 июля, суббота. Время без четверти 8 вечера по местному доминиканскому времени. В общем, все, серьезно, буду отдыхать. Пораньше спать лягу, хочу отдохнуть. Сегодня я много ходил, более 10 километров. Сжег себе руки, сжег плечи. Наверное, под утро я, наверное, буду вообще очень себя плохо чувствовать. Я и сейчас ощущаю мурашки, идут по коже такие легкие мурашки от загара. И, в принципе, наверное, утром будет очень тяжко мне отрывать свои конечности от данной постели. Потому что очень больно шевелить обгорелыми руками, ногами. Ну, кто, значит, обгорал, да, нечаянно, по глупости, тот меня понимает. Я еще крема для загара не купил. В принципе, завтра надо его купить. А то я так буду в волдыря ходить. Все, на этом я заканчиваю сегодняшний влог. Это был день второй в Доминикане. 8 июля, суббота. Завтра 9 июля, воскресенье. Утро, вечер, мудренее. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ждите новую серию моего влога о моем экзотическом отдыхе на Карибском море в Республике Доминикана в июле в сезон дождей. Вот сегодня пошел настоящий тропический ливень, как раз к ужину. Ну все, выключаюсь, до свидания, до скорого, увидимся. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки! Конец третьей серии. Подписывайтесь на канал. Смотрите следующую четвертую серию.